снайпер Сашка воевал в Чечне в 95-м солдатом-срочником. Штурмовал Грозный. Повезло, остался жив. Однажды в снайперский прицел видел президента Ельцина. Тогда с чеченцами заключили мир, отдали им Грозный. А Сашка уехал на дембель. Родом он из Волгограда. Дома работы не нашлось, подписал контракт в военкомате и попал на вторую чеченскую войну. За проявленную храбрость его наградили орденом мужества. И снова в третий раз Сашка приехал в Чечню. По третьему контракту он служит сапером. По совместительству снайпер. Его зовут Буча. Так прозвали саперы Сашку за неугомонный и скандальный характер. Деньги его не интересуют. Он содержит в идеальной чистоте свою снайперскую винтовку и знает, что такое взрыв 152-миллиметрового фугаса. Почему служу здесь? Потому что здесь мои товарищи. Я с ними уже давно вырос, закрепился с ними. А мы уже срослись одним деревом. Вот тут дерево растет, да? Мы просто срослись, и вот так, и нормально мы здесь. Мы просто себя чувствуем нормальными мужиками здесь. Здесь хорошие деньги платили, сейчас не платят. Сейчас это все, типа сказали, типа, войны нет у нас, да? Никакой войны у нас нет. А у нас каждый день подрывают, ничего. Ну, пацаны гибнут, а войны нет у нас. Здесь. Буча контрактник, а значит контрабас. Так называют всех, кто служит в Чечне по контракту. Буча все равно, как его называют. На войну Буча ходит каждое утро вместе с инженерной разведкой. Когда журналисты приезжают в Грозный, им советуют сходить с саперами. Можно попасть под обстрел или нарваться на фугас. Иногда саперов просят специально взорвать какой-нибудь снаряд, чтобы были кадры для репортажа. Ложите, ложите его, ложите. Ну и чего? Ну и где? Вон, осколки летят сюда. Стенки прижмись, говорю нам. Ты не хочешь осколки? А, уже говорил. Ну что, брат, ты сняли нормально? Наверное. Когда же находят настоящий фугас, советуют к нему близко не подходить. Заряд от пушечки, который приготовили для нашей братвы. Сильно, баба? Очень даже сильно. Мало не покажет. Все, окей. Все. Нашел его Саня, Буча. Ну, Буча есть Буча, что куда деваться? Судьба у меня такая, бучевская. Так. Рассредоточились, все, отцепили мужики. Дальше вниз отходим, тоже. Бучу мало интересуют проблемы восстановления мирной жизни в Чечне. Он не задумывается над общим ходом так называемой антитеррористической операции. Буча против переговоров с боевиками. Воевать они не прекратят, пока русские в Чечне. А значит, и минная война в ближайшее время не закончится. Он же готов был уже. Он же готов, все как положено. Если это в голову попадет, там не только не головы, там по самую шею отрубите на свет. Он еще вот свеженький, горяченький. Да, посмотри. Когда подъедем под газовый. Однажды Сашка устроил скандал. Солдаты-срочники ночью слили весь бензин у саперного бронетранспортера.
Потом бензин, скорее всего, продали чеченцам. На местном бензиновом суррогате долго не наездишь, а привозной армейский в Грозном ценится. Сашка долго шумел, а потом сказал: «Узнаю, кто украл, убью». Ему поверили, и бензин больше не воровали. Сань, что мы тут сидим сейчас, объясни? Сидим. В двух словах. Ждем свою группу. На основном случае обстрела ждем свою группу. Прикрытие. Это место какое-то опасное или что здесь? Здесь, да. Это самое опасное район. Сейчас на данный период. Каждый день подрывы, обстрелы. Имеются и жертвы, и раненые. Это школа, да, вот перед нами он там? Да, это школа. Вот отсюда постоянно нас подрывает. Вот с этого здания. Из школы? Из школы, да. А как они уходят? Сзади оттуда. Они делают ритмично все. Короче, на радиофугасах там все, кнопку нажал, ушел. Андрей Макаров подорвался возле школы на радиоуправляемом фугасе. Ему 37 лет, саперы зовут его Старый. Они рассказывали, что Старый во время взрыва, как заправский танцор, прыгал на одной ноге, словно уворачивался от осколков. Ему повезло, осколок попал в руку. Потом, уже после госпиталя, когда проходил мимо этого места, чувствовал страх и дрожь в коленках. Вот это та самая воронка, на которой меня подорвали. Сейчас здесь бьет родник. Вода. Больными руками ты даже умываешь. Повезло тебе, Андрюх? Да, повезло. Вообще по всей идее, по технологии. 152-й фугас, ну это от Савушки, заряд. Меня было, должно было разорвать вообще на куски, на маленькие кусочки. Так я одевался всего двумя осколками, я сам до сих пор удивляюсь. Старый родом из Красноярского края. В Чечню погнала нужда. В военкомате сказали, что в Грозном платят по 20 тысяч в месяц. На самом деле получал не больше 8. Боевые давно отменили, но даже за эти деньги он готов был рисковать жизнью. Я сюда приехал заработать денег. Мне надо сделать дочери операцию нормально, чтобы она хорошо слышала. Я приехал заработать денег, а встретил здесь нормальных друзей. Пока лежал в госпитале, в комендатуру пришло пополнение. 200 контрактников из сел Ставрополья и Сибири. Поставили новые палатки. Когда вернулся, не было даже места, где спать. Когда я приехал с отпуска, ну вот после госпиталя с отпуска вернулся в комендатуру. Мне надо получить форму. Ну, во-первых, меня не было сколько. Тут уже палатки передвигали, все. Мои вещи, вот что я костюм оставлял здесь, они потерялись. В принципе, мне после госпиталя положена новая форма. Мне ее не выдают. Вот что мне ребята дали, вот я то и ношу. Зато автомат получил новенький, еще в заводской смазке. Дали автомат ни одного рожка. Сказали: ты умный, ты старый, ты себе найдешь. За ранение ему должны выплатить страховку. Сколько и когда, Андрей Макаров не знает. Наград за службу в Грозном не имеет. Представления были, но в Ханкале в штабе считают, что контрабасов награждать не нужно. За риском платят деньги. У командования давно сложилось мнение, что контрактники – это неуправляемое стадо. Алкоголики и наркоманы. Старый не скрывает, что любит выпить и покурить травки. Любой знает, где в Грозном можно купить анашу. Саперы рискуют больше других, и на их маленькие слабости, как правило, закрывают глаза. У Старого на родине есть дом, машина, дача. Он любит свою жену и дочь. Контракт уже заканчивается, и ехать сюда он больше не собирается. Когда саперы выходят на инженерную разведку, их путь лежит мимо блокпоста, на котором есть надпись: «Всегда вести не может». У Старого были друзья, саперы Жора и Тимур. Им очень сильно не повезло. Во время взрыва радиоуправляемого фугаса Жора был тяжело ранен, а Тимура уже в госпитале ампутировали обе ноги. Тимур и Жора не знают, как получить свои деньги. Для этого нужно ехать в Грозный. Попросили помочь Старого. Как это сделать, он тоже не знает. Я был на этом месте.
Я прекрасно это все понимаю. Когда я в течение месяца, лежа в госпитале, получив ранение, просыпался, открывая глаза и думал, где я, в раю или в аду, и понимал, что я еще живой после такого взрыва. Так не бывает, понимаешь? У Михаила Балашова стало падать зрение после контузии. Старый говорил ему, увольняйся, а то совсем ослепнешь. Мишка полежал в госпитале, а потом приехал обратно в Грозный дослуживать свой контракт. Мишка гордится тем, что в свои 20 с небольшим уже побывал на войне и что-то смыслит в жизни. Кто в Чечне не бывал, тот жизни не видал. Ну, в принципе, лучше здесь я порой служить, чем здесь хоть придешь отсюда мужиком, чем они там некоторые в армию шарят. Вот у меня половина друзей, они в армию не ходили, с ними общаешься, они как будто дети, да, по развитию еще, в принципе. Порой даже за свою жену не могут постоять нормально. Мишка тоже везучий. Когда в комендатуру приехали молодые контрактники, Мишка говорил одному из них, Евгению Риуке, «Ходи рядом со мной, научу работать, станешь классным сапером». Правильно, правильно. Первая ниже голову, вторая гордо идет. Сегодня утром наша съемочная группа собиралась на выезд вместе с саперами Ленинской комендатуры Грозного. Нужно было проверить подвалы нескольких домов. По информации, там могли находиться приспособления для закладки фугасов. Мы сели на этот бронетранспортер, но в последний момент нам ехать не разрешили. Через полчаса после этого БТР подорвали. Почти все, кто находился на броне, были ранены. Один из саперов погиб. В тот день Мишка на работу не поехал, а Евгений Риука погиб через час после выезда. Взорвался фугас, и все, кто сидел на броне, были ранены и контужены. Пулеметчик Дмитрий Ишеев умер через несколько часов в госпитале. Почему в этот день саперы не взяли с собой журналистов, так и осталось загадкой. Потом кто-то сказал, было предчувствие. Место, где сидел чеченский подрывник, нашли по проводам. Он ждал в деревянном сарае. Получив по рации условный сигнал, нажал кнопку, а потом быстро скрылся. Это гвозди, болты, самодельный фугас. От него вот на поражение именно живой силы. Сильный, ужасный взрыв был. Ужасный. Осколки долетели, я не знаю, примерно с той стороны, долетели, наверное, метров 300 ко мне во двор. Молодая девушка, проходившая мимо, с улыбкой сказала, что ничего не видела. Они сами это делают. Кто сами? Вот федералы. Вы слышали взрыв? Не слышал. Не слышали? Нет. Сегодня утром перед выходом на инженерную разведку нас попросили одеть бронежилеты. В последнее время саперов обстреливают практически ежедневно. Пару дней назад, недалеко от этого места, по бронетранспортеру стреляли из гранатомета. К счастью, не попали. Саперы говорят, что предложили старейшинам договориться. Однако навстречу с чеченской стороны никто не пришел. После этого случая Миша сильно обиделся. Он никогда не одевал раньше бронежилет и каску, на голове традиционная бандана, зеленая косынка, на груди армейский жилет с 10 магазинами, на поясе гранаты. Напоминает командос из американского боевика. На самом деле, так легче работать. Я смотрю, вы серьезно сейчас за работу взялись. Ну а что сделаешь? Нас уже сколько долго надоело. Вот представь, за неделю, вот сколько, 6-8 потеряли. Куда ж? Жить-то охота, приходится браться за работу. Потому что они, мы им говорили, людям, собирайтесь и решим, как лучше жить, чтобы ни им неплохо, ни нам не было. Они нас не слушают. Вот и будем работать как можем, как, чтобы хоть до дембеля, что ли, дожить. До дембеля Мишке еще полгода. Дома его ждет жена. На деньги, которые заработал в Чечне, Мишка хочет купить машину. Новый УАЗик. Значит, фугас состоит из одного 150-миллиметрового снаряда и двух 120-миллиметровых снарядов. Давай, все, людей подальше, всех подальше. Куда бежим, мужики? Да, давай. Бежим туда. Нам хорошо. Бежать нам надо, вот туда. Вот пойдем с балкона, посмотришь, там есть красный здание. Все, короче, я...
я сейчас пойду, а ну подожди. Сильно взорвется? Да услышат. Тебе сказать. Как будет? Хорошо, командует пора. Ну что, Миш, заложили все. Потом местные старейшины придут на переговоры с Мишей. Они будут говорить, что мир уже скоро наступит, а разрушенные дома в Грозном вот-вот начнут восстанавливать. И обстреливать из школы с гранатомета их больше не будут. Миша поверил, сказал, что в последний раз. Да ты чё? Был дом, тоже дом. Пойдем, посмотрим. Вперед на мины за орденами. Так говорил старший лейтенант Дмитрий Саркулов, командир взвода саперов-контрактников. Орденов он не получил, зато был 6 раз контужен. Когда погиб Евгений Риука, Дмитрий снимал на видеокамеру. Ему показали, как с ней обращаться, и попросили снять что-нибудь интересное. Может пригодиться для репортажа. Саперы ехали обезвреживать мину в жилом доме, но ее там не оказалось. На обратном пути Дмитрий снимал лежа на броне. Это его и спасло. Он выключил камеру за мгновение до взрыва. Получив очередную тяжелую контузию, уехал к родителям в Калининград. В госпиталь лег не сразу. Врачи долго не могли понять, каким образом офицер из Грозного оказался в Калининграде. И вообще, откуда он родом. Его родители – эмигранты из Ташкента. После военного училища он служил в Красноярске, а оттуда попал в Чечню по собственному желанию. А сейчас, в принципе, даже у меня и родины-то нету. Ни паспорта, ни прописки, бомж. Сестра отвела его в центр реабилитации для военнослужащих. Там разобрались, позвонили начальнику госпиталя, и Дмитрия начали лечить. По словам врачей, ему нужна помощь психолога. Да мы уже привыкли. Уже никаких сантиментов даже поэтому не возникает. Погиб парень. Посидели, помянули. Не забываем, конечно. Ну, уже как-то ни дрожи, ничего уже. И ни кровь не пугает, и ни внутренности валяющиеся по земле. Уже, в принципе, можно сказать, психика уже двинутая. Бывшие военные, работники центра, спрашивали его, как там в Чечне. Генерал-майор в отставке Владимир Степанов был поражен его ответом. Я увидел, как человек при моем вопросе моментально обозлился, замкнулся и потом назвал это все вселенским дурдомом, что там творится. На вопрос, что делать дальше, Дмитрий ответить не смог. Замены пока нет, в Чечню ехать никто не хочет. Дома найти работу сложно. Родители с младшим братом живут в однокомнатной квартире и ждут, когда сын вернется насовсем. Возвращается человек, пыль на нем неземных дорог. Человек задумчив, как снег, и как смерть любимый жесток. Вот такие мы все добрые. Ну вот так вот. В тот вечер пили спирт, дешевый коньяк и пиво. Старый часа два чистил картошку, потом долго ее жарил на огромной чугунной сковороде. Бучер оставил на столе кружки. Пиво решили пить прямо из бутылки. За тех всех. Давайте их вспомним, как нормальных солдат. По русскому обычаю саперы отмечали 40 дней со дня гибели своих товарищей. Евгения Риуки и Дмитрия Ишеева. Просто помянем их минуты молчания и выпьем, чтобы земля была им пухом. Я не могу говорить громкие слова и длинные речи. Но действительно, я их уважал. Будем здравы.
Контрактники собрали деньги и отправили родственникам погибших. В каждой семье по 6000 рублей. Пили не чокаясь, первые три тоста за погибших, потом желали себе вернуться домой живыми. Быть добро. Кто хочет, что сказать, говорите, быть добро. Быть добро. Быть добро, все будет хорошо. Надо верить добро. И добро не понимать, что это такое. А если ты этого не поймешь, ты не живешь. Старый больше на инженерную разведку не ездил. Ему подписали документы на увольнение. По утрам он выходил к воротам провожать саперов. Сам сидел под единственным в комендатуре каштаном, курил и ждал, пока все вернутся. Мишку чеченские старейшины не обманули. Из школы по саперам больше не стреляли. Стали стрелять с другого места. Мишка опять уехал в госпиталь лечить свою контузию. А Буча будет служить еще полгода, пока не кончится контракт. Это не бывает. Бывает, до 30-60 лет человека тупой, как пень. А человеку 18-20 лет он уже столько повидал, столько, блядь, другой человек. Брат, человек в жизни бывает два раза детем. Один раз, когда рождается, когда стареет. Да. Буча уже не ребенок, а до старости ему еще жить да жить. Костя Романченко не был героем этого фильма. Он помогал его снимать в Грозном на протяжении 6 месяцев. Мы не могли запомнить фамилии всех саперов. Костя написал нам список своего инженерного взвода. Он говорил, за всю службу ни одной царапины. И добавил как-то, наверное, убьют сразу. Когда этот фильм был уже готов к эфиру, Костя погиб. 1 декабря он подорвался на фугасе в Грозном. Награды, которые его представили за проявленную храбрость, он так и не дождался.